пошел первый снег. Какая радость для детей, первый снег. Да. Из окошка видно первый снег. Он такой крупный. Площадку уже замело. Да, и мы пойдем на улицу прогуливаться. А мы сейчас пойдем посмотрим на этот первый снег. Пощупаем его, да? Да. По снегу так прикольно ходить. Это ангелочки Катюша вчера делала ангелочков на мастер-классе на английском, куда она ходит. Очень здорово получилось. Что, пойдем гулять? Есть крылышки. Ну да, пойдем. Отвыкла уже одевать, да, на зиму одежду. Штаны не промокайки сегодня пришлось одеть, потому что мы не знаем, как мы там будем на горке кататься, да, или на чем. А леггинсы не помогут. Вот мы вышли на улицу. Тут чуточку скользко. Да, я уже чуть не поскользнулась, да, вышла на ступеньках. Лёд. А тут так похоже на лёд какой-то. Затоптал снег. Ну-ка, пробуем. Траву затоптал снег. Ура! Первый снежочек. Вот этот... Лепится хорошо, мокроватый он. Кстати, траву затоптал снег. Катя, скользко? Да, скользко. Аккуратно. Хвостиком скользаю. А тут полностью засыпано. А ну-ка, я с этой стороны подойду. Подожди. Я не могу сбежать. Что, она вся завалена снегом? Да. Сейчас. Все, ты расчистила ее. Да. Да, попой. Ой, а тут земля. Ну, конечно, как ты думала. Тут снегом завалилось, уже ничего не видно. Засыпали игрушки. Надо очистить ее. А ну не надо. Баскетбольная корзина. Потом хорошо помахать. Скользко как!
снегу. Я буду тебя снежки бросать. Ты по челю попала. Опа. Так, я за тобой не успеваю. А, не попала я. Не попала. Нет, а у меня рука уже холодная. Да. Ой, подожди, дай. Катюша катает снеговичка уже. Ух ты, молодец, какой ты принесла большой. А не тяжело тебе? Тяжело, ставь рядом снеговичка своего. На. Спасибо. Вижу, какой ты накатал. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!